Пожилым подготовка и проведение мероприятий для волонтеров Ленска 2018 – особенный год. Целый год в России посвящен добровольческому движению, а пока там подвели итоги недели добра. Александр Мешков – учащийся технологического техникума. Это искренний и открытый парень, готовый всегда прийти на выручку тем, кому в этой жизни труднее и кто нуждается в помощи. Юноша с добрым сердцем является волонтером «Лучей Ленска» уже год. До того, как им стать, Александр делал добрые дела в одиночку, помогал пожилым соседям по хозяйству и чистил снег во дворах. Я ходил бы просто в, наверное, микрорайон, да, у нас Звездный. Я ходил, ну, по домам и помогал бабушкам чистить снег, то есть раньше... Моя бабушка даже договаривалась с кем-то, что я приду, почищу, все будет, ну, бесплатно все и так далее. Юлия Серкина занимается волонтерской деятельностью так же, как и Александр, чуть более года. Но за этот, казалось бы, небольшой срок девушка внесла большой вклад в организацию городских и районных мероприятий. Сейчас с улыбкой вспоминает, как волновалась перед первым. Сегодня волнения уже нет. Волонтерство стало неотъемлемой частью жизни Юлии. Ну, я считаю... что я должна ходить на волонтерство, потому что для меня это как что-то, что я должна делать, потому что мне это хочется делать. Помогать людям, ходить в те же реабилитационные центры, дома престарелых, мне это очень нравится, и я люблю этим заниматься. Каждый из нас в той или иной ситуации он пытается как-то отложить все свои дела и прийти, помочь. Как признаются ребята, каждый из них имеет своих подопечных, которым они стараются оказывать помощь постоянно. В основном, конечно, это пожилые, одинокие люди. Им ребята помогают по хозяйству, чистят снег, ходят в магазин и просто разговаривают о жизни. Добро нельзя измерить, взвесить, сосчитать. Все ребята молодцы. Добрые дела они делают от всего сердца. Хочется, чтобы это стремление не пропадало у них никогда. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.